Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить убийство Дерека. Кстати, я уже начинал два раза, и меня два раза завалили, я бросил. Поэтому не так просто все. Отлично, хороший сейчас шанс. В этом месте говеном, там в ангаре, это так, просто парни, жопа какая-то. За мной! Вы с ума сошли, парни! Не нужно этого делать! Пацаны. Лишний ствол не побежает. Видите, я уже отточил как-то. Мы прикроем. Но там невозможно, они закидывают говниной. Блин, вот этот не сдох, оказывается. Жизнь я прибавить не могу, наверное, что-то надо сожрать, чтобы прибавить там. Каблы эти помогают, ни черта, это кое-какеры, блядь, которые бегают. Есть, да, кусок говнины. Куда вы расстрелялись-то? Вот там козел один. А вот он, наверное. Кто там все бегает, я не пойму. Он что, не сдох, что ли? Чурбан, блядь. По пояс деревянный. Что-то надо сожрать, чтобы жизнь прибавить. Что тут сожрать-то? Да, что-нибудь сожрать? Шляпа. Кстати, я хотел вот эту машину у них угнать, поставить туда под крышу, под этого. Короче, вы много не видели, много. Кто там свистит? Хрен свистит, там тоже дырка. Вот здесь ворота, я туда захожу, ворота закрываются. Я решил подогнать машину, сначала вот эту большую. Она не открывается, я вот эту подогнал. Вот здесь вот в ворота пихнул ее. Забежал и сразу выбежал, только выбежать не смог. Блокируется, просто невидимая стена. Здесь я прибавлял яркость, чтобы видно было, кто там бегает. Одно место я тут нашел. Два или три раза я пробовал, не смог пройти. Их просто сотни здесь, сотни, блядь. Говнины этой. Вот здесь самое главное их уничтожать, вот здесь наверху. Они срутся, блядь. Секунды, блядь. Яблочко, когда уже успели прибежать, блядь? Вот сейчас сдохнет, ну. Вот они этим бутылками закидывают, блин. Жизни да, здесь нет, и всегда с этого места, давай, понимаете? Я три раза или два, блядь, сыграл, бросил, нахер, уже надоело это говнина, блядь. Парни, не нужно этого делать. Сразу начал собирать. Я хотел психической. Ты просто уже настоебенила эта говнина. Давай вмажем жирному ублюдку. За мной! Этого делать. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Да что-то вы не прикрываете нихуя. Мерзавцы вы вонючие, говнище. Чтоб вас черти трючили, блядь. Нате нахрен. Все рожки стреляли нахрен. Ой, вообще дресня какая-то. Заморская, блядь. Немецкая дресня, блядь. Ходит там, чё ходит, блядь, чурбан. Бестолковый. Где эта гниль? На тебе, кукошник. Этот раз чуть не очень. Вот еще кого-то пропустил, блядь. Какого-то чулбана. Еду, потрачу. Вон он, блядь, стоит.
Ну сядь! Блять, он не садится за бочки-то. Почему он за бочки не прячется? Че, у меня и патронов-то нету, да? Сейчас патроны кончатся, блядь. Дай попасть. Не волнуйся. Скоро встретимся. Встретимся. Смотрите, вот видите, что делают? Мало того, что их не видно, бля, они вот этими бутылками закидывают, здесь прятаться негде абсолютно. Отлично, хорошие шансы. Давай в Я же сказал, что ни хрена тут ничего, блядь. За мной! Да что ты, убей кого-нибудь, господи ты, боже мой. Чурбан ты, блядь. Лысый этот чурбанью. Может, получил, блядь. Чё он тут встал такой, смотрите, вы видели? Мерзавец, блядь, вонючка, ну. Чё тут распростреленный спиной херачит, блядь. Вот эти нам патроны, блядь. Вот подбирай тут всякую трясню. Спрятаться негде в этом ангаре. Я пробовал перебегать и туда, и сюда. Ни хрена валит и все. Бесполезно, блядь. Здесь, по-моему, я сейчас всех забыл. Томпсон, блядь, я целый. Я пробовал наверх забежать. Тоже ни хрена. Да еще ангар, подождите, это надо прибавить яркость. Черта не видать. Еще вот здесь надо убрать. Так надо сделать. Прям. Может вот здесь встать? Вот сейчас их видно стало. Главное не дать им бросить этим пидерастам в штабе, блядь. Вот я не вижу ни черта. Решил, что можешь просто нахреначить дел и спадаться. Какой-то чурбан, видите, кидает в одно место и все. Вот сейчас выйдешь из него. Оказывается, это лучшее место, блядь. Оказалось. Фройзу можно уладить миром, Вито. Он, видите, лупит. Если бы я сейчас там стоял, знаешь, бы... Знаешь, что с тобой будет? Я вот сначала выбрал у этого бревна, блядь, у этого стояка. Ловил стояки около стояка, блядь. Потом когда вот сюда мы с тобой перешел. Разберемся, пойдешь на двор к крысам. Вы видели, блядь, сразу же сюда... Запулил, блядь. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Теперь оказалось, что я иду за ним след в след. И я такой, хорошо, знаете, я вот второй или третий раз побежал. И смерть Дерека могла решить еще одну проблему. Ну, так, тишина, больше нет никого. Я по лестнице побежал, и они как выбегут, блядь, сразу двое или трое, блядь. Вот, наверное, эти псы как раз и выбежали, блядь. Чё это там такое стоит? Это просто тень такая. Сейчас подарок, смотрите, какой-нибудь мне подходит. Я уже тут всех перебил. Сука, жирдяй, блядь, жирный. Тварь. Где он этот барбос, блядь, вонючий там? Мешок с говном, блядь. Здесь, по-моему, может что-то сожрать, блядь, нет? Угу. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Так это я его убил или кого, блядь? Он жрал тут сидел постоянно, этот свинот. Так, чё, всё, что ли? Выходим, нахрен?
все мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Тогда уходим, уходим, уходим. Крутанул я, блядь, пятака, блядь. Чего? Чего надо тебе? Скачил ты, блядь. Блядь, резина такая, как у меня 15 лет. Похоже, блядь, старик. Скачу дальше-то я так и не понял. Ну и зачем мне нахрен туда? Мне не надо. Зачем ты мне нужен? Магазины грабить ее. 27 рублей на. Че, кое-что и делает. Че вот он нарисовал? Как он нарисовал, я не пойму. Кругаля какого-то нарисовал. Так, у меня ружье там, да хрен за что там будет. Сейчас у меня ружье, у меня ружье. Че такое, бля? А почему меня разыскивают? Какого берегу выбирают? Ё-моё, бочком, бочком. О, тупица, смотрите, там застрял этот чурбан, блин. Ну, грабить-то можно, наверное, и на этой машине. Жулико бандито. Я про. Блять, да что ты за говнину ты взял, блядь? Тебе грабить надо, ты чё тут? Ограбил я магазин этот, не ограбил, вот касса, блядь. Сменить волну. Да, блядь, вылазь нахуй! Козлятина! Вас понял. Подозрение в угоне машины. Не успел стрельнуть, тут просто какой-то зимогор, блядь, попался на столку. Здесь проход нет, блядь. Войны. Я не пойму, ограбил, опустошил я вроде, да? Где у меня деньги-то? Заработайте 27 рублей, ну, а у меня 26. Что у нас тут есть? Вот шляпки, давайте войдем. Ну. Шляпный магазин поможет там? Ну? Народ там, блядь, похера был. Шляпка. Ё-моё, смотрите, блядь, сюда делал. Приветствую, сэр. Рада вас. Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. Что тебе сделали? Тут стреляет, блядь. Чё он тут, блядь, ограбил-то, я не пойму. Какие-то гроши, блядь. Вонючие, блядь. Нахер, тут надо только грабить, мне кажется. Что-то серьезное, да. Вот. Я его ограбил уже. Че, я ограбил его, не ограбил? Черт тебе знает, блядь. Кассу-то я опустошил. Тут с ума сойдешь грабить все подряд, блядь. Давайте, что ли. Бля, деньги еще тратить, что ли, я буду? Да нахер. Ну, они бы хотя бы выключали бы, если я ограбил, так выключайте. Зачем оставлять этот включённый-то значок? Дурь как это, блядь. Редкость своё время. А, машину угонять надо ещё, чтобы не чурбануло. А я думаю, помню, что ли, куда там выгонять машину?
А у него есть каска? Есть? Дешевле не бывает, сэр. Ну, убивать не пришли. 38 рублей, блядь. Ха-хай! Нет, ребятки, тут надо что-то посерьезнее, блин. Или машину выгонять, или... Вот этот магазин я грабил, или вот этот, блядь. Черт его знает, какой я тут грабил магазин. Или вот этот. Они, наверное, опять там сейчас появятся. Опять эти мерзавцы опять появятся, наверное, там свои. Куда ты, блядь? Чурбанье, блядь, понаперло, блядь, ёптую мать. Ух ты, бля, коробка. Ну. Блядь, надо машину одну угнать, наверное, и все. Потому что я с этим мусором, блядь, сейчас буду возиться, блядь, черт его знает. Еще с мусорами, блядь. Заметил меня мусор, блядь? Отрасмин ты меня похож. Ну вот здесь я и грабил, блядь. Может, он опять появился. А, закрыто, блядь. Сука, закрыто. Блядь, опять... Чего, блядь, обалдели, что ли, там? Партизаны, блядь. Смотри, смотри, вылезла эта обезьяна-то, блядь. Ё-моё, сдохну я сейчас, блядь. Ё-моё, еле заводится, нахуй. Пирожковый, может, еще. Пожрать бы надо, вот, жизнь прибавить. Ладно, надо машину какую-то угнать. Да куда ее угонять-то? Вот я не знаю, где эта база-то, блядь? Место-то где это? Куда вот гнать машину? Вот это... А, свалка, вот, наверное. Давайте туда, там поближе и с писюком что-нибудь. Вот давайте сюда заедем. Что, не рисуешь по-другому? Да? Надо машину другую брать. Ну мы сейчас возьмем как раз. Какую-нибудь угоним. Надо такую угнать, чтобы... Чтобы по-человечески было, блядь. Чтобы она выглядела, блядь, круто. Блядь. Свою пригнать туда. Можно свою пригнать? Надо, наверное, обязательно угнать, а из гаража-то нельзя, наверное, взять и пригнать. А где этот Куикакер-то, блядь, Санта-Барбара-то, блядь, блядь? Куда она пропала, блядь? Пропороса, блядь. Свинок. Живучая тачка, да? Куролесил я на ней, хрена. Надо в хороший район, наверное, здесь ехать, чтобы... А где тут хороший район? Центр, в центре? В центре карты? Мы едем вроде в центр. Ну, блядь, багажник сейчас один. Так, все реки. Ублюдки, блядь. Тихо, тихо ты, блядь. Вон и полицейский сразу как раз поворачивается. Опять этот чурбан, блядь. Добрый день, сэр. Привет, подожди сейчас. Полицейский проедет. Мальчик мой, у меня больше патронов. Блядь, пиздец нам. Вы видите, какая подлость, блядь? Сука, в этой игре, блядь. Угу. Пять рыцарь раз, блядь, выстрелил нахуй и все. Ну и чё, блядь, здесь? Ну все, я сейчас не буду дрочить ничего нахуй. Я так попадался, я помню. Я проходил вот так же патрон. Ну, блядь,
об этом думаешь, когда уже стреляешь там. И не смотришь там, блядь. Он каждый раз это говнину, блядь, пистолет встает, блядь. Крутишь вроде в нужное место, блядь, а все равно, сука, получается через жопу. Нахуй. Такие еще шарохнутся, блядь. Как штаны насрали. Че показывает, блядь? Первый знает, блядь. Где этот магазин? Вот это что ли? Вот он, блядь. У меня тут белый с серьезным оружием. Этого... Ой. Старик, блядь. Сколько он взял, блядь? 500 на. Блядь, что делает, смотри. Блин, сейчас вот ты не ограбишь здесь магазин, ты вот где-то здесь магазин. Блин, вообще какие-то помойки заехали, блядь. Где эта дрянь-то, блядь? Мимо я проехал, что ли? Вот они, вот кувырошники. Пиццерию еще. Блять, все-таки надо в пиццерию зайти. Плевать, блядь, сколько я истрачу там. Там все равно 500 за один раз не хватает. Да хоть сожрать что-то. Где вход-то вообще? Блять, не этот. Да что вы обалдели, что ли, блядь? Открывайте нахрен! Где этот бар-то? Где вход-то, блядь? Блять, вот она пиццерия, почему я на это... Вроде посмотрел, да... Прямо давай что-нибудь, как мама блядь. Готовила. Напиток нахрен не надо, блядь. Как поменять-то, блядь? Чем да еще что-нибудь я купи, могу блядь. Помочь? Пиво, кофе, сэндвич. Сэндвич давай. А бери. Вот сэндвич получите. Че, прибавилось, все. Заходи. Где у меня машина-то, блядь? А, вот. Может, закрутился. Так, где у нас теперь хренотени-то? Давай поближе подъезжай, блядь. Старик, блядь, ты задрал, блядь, со своими этими. У меня тут белый с серьезным оружием. Белый, понял. Черный, блядь. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худоща. Все, блядь, ничего не есть. Вас понял. Опять погоня, блядь. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Смотри, смотри, черт, блядь, а? Я не думал, что он таранить будет. Чурбанье, блядь, понаперло. Блядь, какие аскеры, блядь, там сейчас, наверное, вешаются, блядь. Ай, блядь, ты водила, блядь. Парень, если... $27,500, блядь, один магазин надо шурануть вот этот. Блин, туда ехать, смотрите, как далеко, блядь. С ума сойдешь, блядь. По заправкам 38 рублей, да нахер это они обосрались на заправки, блядь. Так и придется туда гнать. Сидит такой вообще, просто обосрался, блядь. Сел на жопу, блядь, и серит, блядь.
500 должно хватить одного раза. Я не буду по 100 долларов воровать, но ты больше приключений наберешь на жопу. Блять, да что ты нахуй? Ты все, надо машину менять. Блять, настоебенила эта свинота, блять. Вылазь нахер. Надоело, блять. Блять, тоже корова какая-то, сука. Ну она тяжелая зато, блять. Сейчас она будет всех таранить. Тара-тарань. Убрал я эти пятна, блять, с лица и с игры, блять. Зато какая-то запись стала бледная. Может, вам зайдет, смотрю сам на YouTube. Вот новые игры нормально обрабатывают, а старые HDR что-то. Блять, да что ты, сука, блять, а? Че специально нахуй делают, блять, эти пидорасы поворачивают? Я что, блять, по красной ехал, что ли? Вот еще, блять, летчик испытательно. Вас понял. Сейчас сдохнет он опять, блядь. Я нахуй замучаюсь сейчас здесь набирать это говно, блядь. Надоел, блядь, пидорас. Тормоза какие-то. Как можно в такой говенной графике какие-то тормоза, блядь. Все, я, по-моему, просрал. Вот он, магазин, блядь. Тут меня сейчас заподозрил. Нахуй, давай машину сменим. А чё я сменю машину-то? Толку-то? Смотрите там эту фотографию, блядь. Вон, блядь, ещё едут они, нахуй. Блядь, как он долго возится, нахуй. Слава тебе, Господи, проехали. Конечно, машину угнать не быстро, блядь. Но когда это он делает, это очень бедно. Вон, 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 блядь, фигурист, блядь. Специально, сука, напрашивается, под колеса прыгают, блядь. Надо заранее доставать, блядь. Когда достаешь, тоже этот чебурек, блядь, там уже навострил, блядь, уши, нахуй. Вон, видите? Он уже стоит там, блядь, с ружьем, блядь. Сменить вам... Зачем вот так близко это делать? Вот это вот... Косяки, блядь, реальные косяки, блядь. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Все, отцепились они от меня, что ли? Все. По красной полосе, блядь. Надо сохранять в этом месте, блядь. Как вот ты сохранишься здесь? Никак. Это вот... Это так они делают сложность игры, понимаете? По 100 раз одно и то же, блядь. Растяжку, блядь, игры делают так. Бля, крутые повороты прохожу на каких-то прямых. Сюда что ли, в Санта-Барбаре, блядь? Блядь, ничего, не жгут. Он живет как, блядь, Христа за пазухой, да? Мы, блядь, на каких-то помойках живем, да? С этим мерзавцем, блядь, моим, да? Бандюгой. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Вот так вот, без телефона. Я начал волноваться. Я помню такие времена. Пора было его искать. Все спортсменами были. Пока туда сходишь, туда-сюда, пока найдешь кого-то. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе. Чё ты? Что, мой мужик, по два раза. В
почему я сзади захожу, а выхожу всегда спереди? Меня это вот бесит. Да? А? Че это, блядь, за чертово колесо, блядь? Кто-то может мне объяснить, почему я всегда выхожу здесь? Мужик, ты в розыске вообще-то. Да бери все, плевать, подряд. Я и ремонтирую. Так будет. Их чуть такую, блядь, аномалия, что ли, такая? Кто это сбил, блядь? Я вроде не сбивал. Кто-то сбил какой-то чёрт. А меня свалит. Блядь, сейчас улетит у меня на этих крыльях. На крыльях ночи, блядь. Чёрный плащ. Очень скучно. Блять. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Засмотрелся как раз, да, я сейчас думаю, сейчас они меня засекут, блядь. Смотрите, у меня тут пистолет, и все, блядь, ко мне применяется, пожалуйста. Где он, блядь? В другой стороне оказался. Видите, как быстро? Раз, и все, я ушел от них. Попробуйте так в третий, да. Задерут, блядь. Весь зад разорвут, блядь. Как грелку, нахуй. Да, блядь, отстань, блядь, да что же за говно-то такое, блядь. Достали меня эти пидорасы, блядь. Девять патронов. На, чурбан, блядь. Мерзавцы, блядь. Я и патрон-то уже все истрелял, блядь. Смотри, блядь, черт, блядь, они там стоят. Все проедут. Вот он стоит, блядь, чук-чук, блядь. До бара не могу доехать. Да что же за говно-то такое, блядь? И где этот вход-то, блядь? Опять я каждый раз ищу. Смотри, сейчас, блядь, опять заметят, блядь. Все, я сейчас в бар не войду ни хрена, блядь. Точно, блядь? Нет, вошел, да. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Да. Генри мертв. Что? Китайоза его прямо на куски порубили средь бела дня. А почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Да. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Забегал глаза. Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт. Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, ну, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Нет, конечно. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру.
Блять, полицейский опять где-то стоит здесь. Или нет? Вон и как кишат они тут. Куда ты побежал-то? Твоя машинка, что ли, была, блядь? Побег-то. А что-то крутых машин не вижу, блядь. Открыто. Не больно брать. Только раз. Погнал сюда. Барбара эта тоже потерялась. Гадя, блядь. У нас деньги-то есть, блядь, с тобой, мужик, блядь. Надо хоть переодеться, что ли, блядь. Тарифуют они сейчас. Влазить, блядь, мне в карман, блядь. Ищи деньги ты давай. Чего-нибудь особенного? У меня это нет. Эти одежды здесь лучше, чем у меня там в гардеробе. Да? Так или нет? Солидно как оделся, нормально. Брючки, рубашечка. Где вот это место? Я не пойму, ты чё, бля, курица, бля? Э? Чё, блядь, орёшь туда? Боже, спаси нас! Куда ты побежала, бля? Да бегу я. Визжал какая-то барбика. Где я? Куда я, блядь? Вообще понять не могу. Чё это за дом-то, блядь? Кто здесь живет? Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут Джузеппе сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились... какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу. Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана Фортуна, Вита. У него купить-то можно чего в этом чурбана-то? Все, что пожелаешь, только скажи. Купить оружие. Патроны. Мне надо патроны к чему? К автомату, да? Да плевать. Сразу стреляет очередью. Тебе понравится. Все, полный запас. Выходим отсюда, чертовой матери. Сейчас. Надеюсь, до война скорого, будет, Вита. Ты мой лучший клиент. На войне, как на войне. Я резкость немножко прибавил, что-то она немного... Это бледная и мутная графика становится, когда HDR может поддерживать, я не знаю. Она поддерживает 11, она во всех играх делает HDR. Меняет. Не важно, поддерживает игра или не поддерживает. Именно в 11-й такая промо стоит. Десятки нет. Старые игры тоже поддерживают. Но иногда так и скурочек. Старые игры. Но нам не горюет. Куда мы едем сейчас? Блять. Засмотрелся опять на этих полицейских. Я уж... Меня глючит, блядь. У меня же ничего, я не опасен, блядь. В смысле, не опасен, я всегда опасен, блядь. Особенно на дороге. Я имею в виду в данный момент, блядь, не опасен. Игра, какие-то подёргивания у ней. Чё это за подёргивания? Понять не могу. 70 кадров, блядь. Я тут настроил, блядь.
графики сверху накидал. Вот она и дергает. Смотрите, там Лару Крофт у меня. Первую часть. Сурвайл. И этот, как его, смотрите. Пиглец-то, как ее, господи, боже мой. Стоять, Хоразен, что там, Хоразен. Привет, парни. Zero Dawn. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Горизонт. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей. А вгрызла я тебя кину. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Блять, зачем я все покупал? Тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти косой пушки косой, говорят, что хочешь. Ну не волнуйся. Глаза там отличный вид. Да, куритушка. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клёво. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро Викс. Пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео... А потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчину, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Да ты своей рубашке уже насветился везде, мне кажется. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз... Два, три, еще! Раз, два, три! Вот сейчас он должен повезти. Опа! Ну вот на этом моменте мы и закончим. Давайте, на сегодня достаточно. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч!